Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях в Чувашии. Прямо сейчас в студии Ольга Алексеева. 29 апреля, по данным сайта stopcoronavirus.rf, в Чувашии 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 97 человек выздоровели. Такую информацию сообщает сайт «Чувашия без паники». Летальных исходов по-прежнему 8. Вчера президент страны Владимир Путин провел совещание с руководителями регионов, где сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Кроме того, регионам был дан ряд поручений. Чувашия готова и полностью поддерживает решение, которое озвучил президент, потому что текущая эпидемиологическая ситуация вызывает очень серьезное напряжение. То есть, с одной стороны, вроде бы количество заболеваемых на стабильном уровне, растет количество выздоравливающих, но, однако, достаточно много людей находится в режиме медицинского наблюдения. Ну и само количество заболевших тоже пока достаточно на высоком уровне. Все это говорит о том, что нам надо сохранять режим самоизоляции, очень внимательно относиться к мерам безопасности и, самое главное, в этом процессе быть очень внимательными. Наша задача вот за эти две недели, которые нам предстоит, все-таки закрепить те позитивные тенденции, с одной стороны, с другой стороны, создать возможность дальше уже жизнь налаживать в привычном режиме. Ровно об этом говорил президент. И, кроме того, он говорил о том, что наши предки, которые обеспечили нам День Великой Победы, 75-летие, которое мы отмечаем в этом году, нам показывали такой пример самоотверженности, преодоления трудных жизненных ситуаций. И его сравнение вот этих двух периодов говорило о том, что сегодняшний враг, он невидимый, но не менее опасный. И вот в этой связи, конечно же, каждый, и объединяя усилия с окружающими, может сделать очень много для того, чтобы мир вокруг нас мы изменили в ту сторону, которую хотим увидеть завтра. Дополнительных мест для больных с коронавирусом создадут на базе Федерального центра травматологии в Чебоксарах. Это распоряжение правительства России. При необходимости центр готов принять пациентов с 14 мая. Помещение центра разделили на чистую и грязную зоны. Это сделано для того, чтобы исключить контакт зараженного коронавирусом с другими пациентами. К работе с COVID-19 готово все. Главный инструмент диагностики – компьютерная томография. Преимущество кабинета компьютерной томографии, в том числе и кабинета магнитно-резонансной томографии, в том, что они у нас оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких. 17 коек из 90 развернут в реанимационном отделении. Сейчас медики проходят дополнительный инструктаж. Сейчас мы проводим все необходимые подготовительные мероприятия. Это и дооснащение нашего центра для лечения указанных пациентов, это и приобретение средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, это, конечно же, приобретение специфических этиотропных лекарственных препаратов, то есть все, что необходимо для того, чтобы мы полноценно, в полном режиме смогли оказывать эту помощь. Мы будем работать вахтовым методом, то есть две недели смена работает, неделя отдыхает. Для тех врачей, которые не захотят идти домой, оборудуют места для проживания в этом же центре. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. До 11 мая включительно на все регионы распространяется режим самоизоляции. В условиях карантина живут и граждане других стран. Мы связались с уроженцами Чувашии, которые сейчас находятся за рубежом. Они рассказали, какие у них действуют ограничения. Вот он стоит и пропускает людей. Но это все стоит в очереди. Вот эти люди стоят все в очереди. Социальная дистанция, разметки в магазинах, маски и антисептики. В Лондоне карантин длится уже больше месяца. Там живет уроженка Чувашии Марина Дональд. Как рассказывает девушка, выходить из дома можно только, чтобы добраться до работы, которую ты не можешь выполнять удаленно, сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку или раз в день выйти на пробежку. Я стараюсь выходить за прогулками на пробежку вечером, когда поменьше на улице народу. Но, честно говоря, конечно, в Лондоне совсем на улицах пустынно. Из-за того, что все магазины закрыты, как я сказала, люди сидят по домам.
Единственное, наверное, оживленное – это парки, и где семьи гуляют с детьми. Я вижу людей с собаками. В Великобритании предполагаемый конец карантина 7 мая. Выйти из дома во Франции можно только с официальной бумагой, которую жители заполняют сами в форме 7 пунктов. Подчеркнуть, либо один, либо несколько. Из них есть поездки по неотложным семейным обстоятельствам, короткие прогулки в пределах 1 часа в день, ну и в пределах 1 километра. Дальше в угол домашних животных, также поездки на работу, если у вас нет возможности работать удаленно. Работает эта справка только с указанием адреса, только с указанием времени и даты. Если говорить об общей ситуации в стране, ну или конкретно в нашем городе, хочу сказать, что люди устали сидеть дома. Еще 2 недели назад улицы были пустыми, не было никого, ни машин, ни велосипедистов, ни тем более прохожих. Сейчас ситуация изменилась, все больше и больше народу выходит на улицы, гуляют с детьми, выгуливают домашних животных, бегают. Ну, в принципе, французы всегда бегают. Потом, магазины открыты, магазины работают, но единственное, запускают туда по несколько человек. То есть, если магазин небольшой, то максимальное количество 10-15 человек. Стоят очереди, люди соблюдают дистанцию. В Германии также действует режим ограничений. С 20 апреля в некоторых городах его начали ослаблять. Однако основные правила все еще действуют. О них рассказывает уроженец Чувашии Дмитрий Астров. Не создавать большие группы. Если выйдешь на улицу прогуляться, то можно это делать только со своей семьей. Люди в Германии в основном эти ограничения соблюдают, потому что есть штрафы аж до 25 тысяч евро. Я желаю всем оставаться здоровыми, соблюдать карантин, у кого есть ограничения. Будем надеяться, что этот вирус пройдет, и мы вернемся на нормальный ритм нашей жизни. В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Дня Победы особое внимание уделяется благоустройству мемориальных объектов и воинских захоронений. В селе Шахазаны Канашского района отреставрируют памятник воинам Великой Отечественной войны. 12 тысяч молодых людей ушли на фронт только с Канашского района. Для жителей села Шахазаны этот памятник – память о тех, кто так и не вернулся домой. Теперь их имена увековечат на стелле. Для увековечения памяти воинам, солдатам, людям, которые ушли с этих мест на войну сражаться с фашистами, мы, администрация Казанского сельского поселения, решила увековечить это данное место и произвести реконструкцию места памяти. Нашу инициативу поддержали не только в администрации Канашского района и в Минстрое Чувашской республики. Они рассмотрели проект, проект был удовлетворен. На реконструкцию памятника средства собирали всем районам. Сама стела обошлась 2 миллиона рублей. Сделали и вечернюю подсветку мемориала. Кроме того, в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды решили облагородить и прилегающую территорию. Это будет уютный парк со скамейками, с брусчатыми дорожками и вечерним освещением. На эти цели было выделено почти 10 миллионов рублей. У нас остались посадка елок, озеленение, значимое место возле церкви и как-то посвященный Парку Победы. И поэтому это для нас очень значимое место строительства. Сейчас идет озеленение. В парке появятся цветники. Но только после окончания режима самоизоляции люди смогут оценить эту красоту. Наталья Мальчикова, Надежда Яковлева, Бахтияр Велиев, Республика. 29 апреля – день государственных символов нашей республики – герба, флага и гимна Чувашии. В этих символах многовековая история. В них нашли отражение самобытная культура и традиции нашего народа. Впервые герб и флаг появились у Чувашии как у самостоятельной территориально-административной единицы в 1920 году. Однако просуществовали недолго, после чего почти 70 лет пользовались символикой РСФСР. Современные же госсимволы были разработаны специально для Чувашской республики в 1992 году. Их создал художник.
художник Элли Юрьев. Государственный гимн написали поэт Илья Тукташ и композитор Герман Лебедев. Именно 29 апреля и герб, и флаг, и гимн были утверждены Верховным Советом депутатов Чувашской ССР. Это главные новости к этому часу. До встречи!